Жириновский, люди без определенного места жительства и ботаники на сцене НТЦ «Звездочка». Накануне состоялся зимний кубок Северодвинской лиги КВН. Почему на первенстве города из 12 команд-участников всего 2 из Северодвинска, знает Дмитрий Ефимов. Надо отдаваться залу полностью. А нам для зала, Жора, ничего не жалко. Жора, а? Жора, ловите эти деньги, они ваши. Господи, откуда у вас столько? А Жора с гардеробщицей замутила, это реально ваши деньги. Так Жора и Валера отдаются залу уже 4-й год. Как и всегда, они выступают в составе команды сборной общежитий Архангельской области «Собчак». В НТЦ «Звездочка» состоялся зимний кубок Северодвинской лиги КВН. У Жоры на сцене свой образ. Он, как и всегда, молчалив и выражает свои эмоции жестами. А вот Валера, наоборот, разговорчив. Интересно, почему Жора не разговаривает? Он отдал свой голос за единую Россию. Да, у Жоры иногда бывают слова. Это было показано в прошлой четверти в Архангельской лиге КВН. С этого и начали. Я потом поперло что-то и поперло, поэтому иногда ему слов не даем, у него плохая память, поэтому. То есть в основном он показывает, да? Он показывает. Человек мим, человек жест. Очень бешеные руки. Да, бешеные руки и бешеная мимика лица. На сцене КВНчики шутили и острили на тему политики, шоу-бизнеса и отношений полов. Всего на кубке встретилось 12 команд из разных уголков области. Честь северодвинцев уже 4-й год подряд защищают танцующие участники «Приморский бульвар». «Приморский бульвар», как всегда, лучше всех. В принципе, что и ожидали от них, то они показали. «Собчак» очень хорошо выступил. Так, в принципе, для начала вполне. Пусть команды развиваются, можно им пожелать удачи, потенциал есть. И поэтому, в принципе, сделали основную ставку, наверное, вот на движение, а не на юмор. И пытаемся как-то все этот юмор переводить в движение. Мы выступили отлично. От выступления мы хапнули прям массу позитива, нам очень все это понравилось. Кстати, «Приморский бульвар» на фестивале занял 1-е место, а вот высшая награда – гран-при – досталась команде «Собчак». По словам организаторов кубка, после 5-летнего перерыва очень сложно возродить северодвинский КВН. В этот раз из 12 команд было всего 2 из нашего города. Мне очень понравилось. В зале была такая теплая атмосфера. Кричали, конечно, сначала широко, но затем все тепло восприняли. По словам организаторов фестиваля, из-за нехватки активной молодежи северодвинские команды приходится наполнять архангельскими КВНчиками. Но надежда на поднятие статуса клуба веселых и находчивых в нашем городе они все-таки оставляют. Впереди у КВНчиков весенние и осенние фестивали. Дмитрий Ефимов, Семен Самигулин, «Вестник Северодвинска».